господин, как водится, решил поразвлекаться с семьей на 2 года, поотдыхать, позабавиться. Он много усердно работал и достаточно богат, чтобы позволить себе улет в нирвану во 100 карат. Пароход-отель «Атлантида» со всеми удобствами отправился в плавание со всеми удовольствиями. Жизнь размерена, дама шепнула, назвавшись Тамарой. Что ж ты приехал в Тулу, да со своим самоварой? Рано или поздно встают, пьют шоколад, кофе, какао, под прелестный мармелад. Ванна, гимнастика, гуляние по палубе для возбуждения аппетита по параболе. Первый завтрак – читка газет, второй завтрак – обильный буфет. Следующие 2 часа уставшая посвящает отдыху, арии кишечно-желудочного тракта по ростбифу. Оркестр Штрауса изысканно и неустанно играет, а за бортом гул от волн страшно тянет. Вокруг милое декольте, фраки и смокинги. Герой читает газету про бизнес-шоппинги. Слуга глядит, раздвинув рот. Господин задыхается, внезапно ударило в пот. Вот он осунулся и испустил последний дух. Совершилось нонсенс. Он умер, фитиль потух. Oh yeah, oh yeah. Та же Атлантида, на которой отдыхал с почетом, везет его мертвого в просмоленном гробу, с тем учетом, что на палубах продолжается та же жизнь. Оля! Ничего не изменилось. Завтракают, обедают. Всем почет! Жил-был человек, и вдруг раз, и нет его. Никто не плачет. А кто-то сказал: ну что тут поделать, жизнь продолжается. Был человек, никто не замечал. Не стало человека, никто и не заметил. Жизнь продолжается, продолжается.